красавец. Меня не узнаете? А между прочим, многие утверждают, что я удивительно похож на своего отца. Я тоже похожа на своего отца. Я сын лейтенанта Шмидта. Понимаете, дорожные неприятности. Остался абсолютно без денег. Ну, конечно, конечно. Вы очень хорошо сделали, что обратились к нам. Как ваше имя? Николай. Николай. Николай Шмидт. Не базарь я на минуту. Так. Кто здесь главный? Ну, я главная. Здоров. Значит так, я сын лейтенанта Шмидта. Кого? Сын незабвенного героя, лейтенанта Шмидта. Ну как же, вот же сидит товарищ, сын лейтенанта Шмидта, Николай Шмидт. Вася. Кто? Любимый братик. Я? Узнаешь брата, Колю? Вася! Коля! В детстве таких, как вы, я убивал на месте из рогатки. А почему? Вы суровые законы жизни. Или точнее выражаясь, жизнь диктует нам свои суровые законы. Вы зачем полезли в кабинет? Вы понимаете, я думал, что... Ах, вы еще иногда думаете. Вы мыслитель. Как ваша фамилия, мыслитель? Жан-Жак Руссо, Спиноза, Марк Аврелий. Ладно. Давайте познакомимся. Мы все-таки братья, а родство обязывает. Меня зовут Остап Бендер. Балаганов. Шура Балаганов. Извините. Это Паниковский. Он тоже сын лейтенанта Шмидта. Вы знаете, Шура, я человек завистливый, но здесь завидовать нечему. А что такое? Жалкие, ничтожные люди! Видимо, у лейтенанта Шмидта было... Три сына. А? Двое умных, а третий дурак. Шура, сколько у вас судимостей за этот год? У меня? Две. Я чувствую, вы бескорыстно любите деньги. Скажите, какая сумма вам нравится? 5000. В месяц? В год. Ну, тогда нам с вами не по пути. Мне нужно 500. И по возможности сразу. А зачем вам так много и сразу? Может, вы все-таки частями возьмете? Да я бы взял частями. Но мне нужно сразу. А зачем вам так много денег? Я хочу уехать из этой страны. Зачем? А мне скучно здесь. А куда? Вы знаете что-нибудь о существовании города Рио-де-Жанейро? Чего? Шура! И где же вы думаете взять 500 тысяч? Так,
где угодно, Шура. Вы мне покажите богатого человека, я отберу у него деньги. А как? Видите ли, Шура, отъем или увод денег варьируется в зависимости от обстоятельств. Лично у меня есть 400 сравнительно честных способа отъема. Но не в способах дела, а дело в том, что сейчас нет богатых людей. Да что вы, есть очень богатые люди. Вот вы лично знаете этих людей? Вы можете назвать фамилию и точный адрес хотя бы одного советского миллионера? Я знаю такого миллионера. Как вы говорите фамилию этого вашего подпольного миллионера? Корейка. Отличная фамилия. Живет он в Черноморске. Да это понятно. А вы уверены, что никто не знает о его миллионах? Никто. Я лечу мотыльком на свет. Снова крылья обжигая, сколько зим, сколько лет, нахожу и вновь теряю камушка, стучит у ног прибой. Помнишь, как в саду цвела весной? Вас обслуживает Адам Казими. Адам, нам очень нужно ехать. А у нас нет автомобиля. Куда? В Черноморск. У нас там небольшое интимное дело. А сирень роняет свет, словно снегом заметает. Зацветет или нет, вновь любовь моя, не знаю. Камушка стучит у ног прибой. Адам, а как зовут вашу тележку? Марин Дитрих. Ну что это за название? Машина, как военный корабль, должна иметь собственное имя. Ваш Лорен Дитрих отличается замечательной скоростью и благородной частотой линий. Поэтому предлагаю присвоить машине название «Антилопа». Гну. Зося, вот так вот живешь в одиночестве, совершенно не зная наслаждений. Чего не знаю? Не знаешь женской привязанности. Зося, я хороший. Нет, правда, я совершенно безобидный человек. И мне даже кажется, что меня можно любить. Жалкие ничтожные люди! Перестаньте орать, студент! Вы тоже жалкая ничтожная личность. Адам, остановите на минуточку машину. Голубчик! А? Студент! Давайте! Не возвращайтесь что назад! Что такое? Вы что делаете? Пошнут родственники гуся! Не трогайте меня! Грубиянов не надо! Вы сами грубияны! Прости!
простите меня! Я больше не буду! Честный и благородный, простите меня! Встаньте на колени. Вот здесь? Хорошо, встал. Простите меня. Я больше не буду. Я больше не буду. Простите меня. Ваша поза меня удовлетворяет. Поехали. Позвольте узнать, а куда мы едем? В Рио-де-Жанейро. Вы очень умная и красивая, и такая же одинокая, как я. Ой, да что вы, я совсем не одинокая. Я все понимаю, Зося. Но я не бросаю слов на ветер, не то что другие. Я уже не молод, а время идет так быстро. Действительно, время летит ужасно быстро. Зося, я понимаю, здесь, конечно, не место для такого серьезного разговора, но каждый прожитый день... Да, жалко каждый прожитый день. Зося, я хороший, я совершенно безобидный человек. Я прошу вас, выходите за меня замуж. Вы, конечно, намного лучше других. Но я не могу выйти замуж. Почему? Потому что я хочу учиться в консерватории. Да ну, я не буду вам мешать. Нет, вы не понимаете. Ну, как вы себе представляете нашу дальнейшую жизнь? Ну, вы же не миллионер? Нет! Вы же работаете в музее? И зарплата у вас маленькая. 46 рублей. Ну вот видите. Вы не правы, Зося. Деревья гнулись, и ночка темная была. Одна возлюбленная пара всю ночь гуляла до утра. А поутру они проснулись, кругом помятая. Трава помята, помята молодость. Пора настала расставаться, и слезы брызнули из глаз. Пора настала расставание. Ну ладно, хватит эмоций. Завтра у нас тяжелый день. Мы прибываем в город Черноморск. Графиня с исказившимся лицом бежит к пруду. Какая графиня? Командовать парадом буду я. Грузите апельсины бочками. Современные состояния нажиты самым бесчестным путем. Дай миллион, дай миллион.
Ну дай миллион! Что, дай миллион! Ну дай миллион! А что такое? Убивают! Так, на сегодня инструкции самые простые. Балаганову и Паниковскому встретиться так. Случайно с гражданином Корейко на улице. Второе. Ни под каким видом не бить его. Вот. И вообще не применять физического воздействия. Третье. Отобрать все, что будет обнаружено в карманах. Так. И четвертое. О выполнении доложить. Есть. Есть. Жалкая ничтожная личность. А вы калека. Сейчас я начальник. Я начальник, мне поручено. Тебе. А тебе что ли? А что, тебе что ли? А тебе? Ну кто ты? А кто ты такой? Ну ты-то кто ну, такой? Ну ты-то кто такой? Ты такой? Кто есть? Ты такой? Ну кто ты ну, такой? Ты-то кто такой? Ближе к трибуне. Ближе к трибуне. Ближе к трибуне. Аккуратнее. Аккуратнее. Ближе к трибуне. Мне очень приятно, Александр Иванович. Ближе к трибуне. Что, несмотря ни на что, вы все равно продолжаете со мной дружить. Значит так. Шевели. Я захожу слева, а вы заходите справа. Внимание! Приготовили! И... Мы подходим. Ну, это понятно. Я его пихаю в левый бок, а вы в правый. Ну, то есть я в левый, а вы в правый. Тихо. А почему я вправо? Ну хорошо, вы влево. Он кричит, хулиган! А вы говорите, кто хулиган? А, вы первый можете его спросить? Хорошо, спрошу. Зося, я должен вам сказать одну очень важную вещь. А где у нас Синицкая? Товарищ Синицкая, пожалуйста, на место. Пойдите на место. Дело в том, что я далеко не так беден, как это вам кажется. Вы что, получили наследство из Америки? Да нет. Жаль. Внимание! До завтра. Ага. Разрешите прикурить? Я не курю. А шо? Здравствуйте. Который час вы тоже не знаете? 12-й. Замечательный вечер. Руки вверх! Я кому сказал, подними руки? Почему он руки не поднимает? Почему он руки не поднимает? Убивают! 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 Я тебе покажу! Руки вверх! Я тебе покажу! Руки вверх! Я тебе покажу! Руки вверх! Так, стоп, довольно. Не стучите лысиной по паркету. Картина битвы мне ясна. Так значит, вы говорите, что с ним была девушка? Да. Отлично. Итак, простой советский служащий носит в кармане... 10 тысяч.
Ага, 10 тысяч. Жалование гражданина Корейка за 20 лет безупречной службы. Зрелище для богов. Я вижу, вы уже поделили деньги. Да. Я хотел, честно, поровну всем по справедливости, по 2500. Вам, мне, ему и Козлевичу. Очень хорошо. А теперь пусть разделит Паниковский. Зачем? Я думаю, у него есть на этот счет свое особое мнение. Чего? Безусловно. Безусловно. Нам с вами по 4, а Балагану 2. Нихуя себе! 1,5 ему. А Козлевичу? А кто такой Козлевич? Я не знаю, кто такой Козлевич? Ну кто такой Козлевич, чтобы с ним делиться? Ну зачем нам в такой момент нам нужен какой-то Козлевич? Все. Все? Ну зачем нам в этот момент какой-то Козлевич? Это грабеж. Отлично. А теперь буду делить я. Все эти деньги будут немедленно возвращены потерпевшему, гражданину Корейка. Чего? Вам нравится такой способ дележки? Нет, не нравится! Да бросьте шутить, Бендер. Надо все разделить по справедливости. Подержите. Этого не будет. И вообще в этот солнечный день я с вами шутить не собираюсь. Зачем же вы работали? Чего вы нас посылали? Нет, это несправедливо. Возьмите и объясните. Я могу вам объяснить только одно, о чем уже говорил однажды в Арбатове. Я читаю Уголовный кодекс. И я не налетчик, а идейный борец за денежные знаки. Потом мы приехали же сюда не за 10 тысячами. И знаете, господа, мне этих тысяч нужно 500. Жалкая личность. Ничтожество. У бедного советского служащего случайно в кармане было обнаружено 10 тысяч рублей. Что несколько странно, но это нам дает большие шансы. Поэтому я верну эти 10 тысяч Корейка. Тихо, тихо! И он их возьмет. Потому что я хотел бы посмотреть на человека, который отказался бы от собственных денег. И вот тут-то ему придет конец. Его погубит его собственная жадность. Как только он сознается в своем богатстве, я возьму его голыми руками. Ты кто такой? Отдайте мои деньги! Так, что такое? Что такое? Ну, отдайте мне мои деньги. Да отдайте ему деньги. Я старый больной человек. Год в бане не был. Ну, отдайте мне мои деньги. Меня девушки не любят. А за что вас любить? Девушки любят молодых красивых, а вы скоро умрете. Не говорите так, Остап Ибрагимович. Не говорите так. Паниковский вас всех переживет. Вы еще не знаете Паниковского. Паниковский вас всех купит и продаст. Отдайте мне мои деньги. Отдайте мои деньги. Кто там? Гражданин Корейка. Я. Александр Иванович. Точно так. А ведь я к вам с поручением. Пожалуйста, пожалуйста. Хотим вас обрадовать. Вот здесь ваши 10 тысяч. Потрудитесь написать расписку. Вы ошиблись, товарищ. Какие 10 тысяч? Какая расписка? Ну как какая? Вас же вчера ограбили. Меня никто не грабил. Как не грабили? Вечером, вчера. И забрали 10 тысяч. Александр Иванович, грабители арестованы. Да ей-богу, меня никто не грабил. Тут явная ошибка. Значит, вас не грабили? Не грабили. И 10 тысяч не отбирали? Конечно, не брали. Ну, сами посудите. Ну, откуда у меня может быть столько денег? Верно? Верно. Откуда у мелкого служащего такая уйма денег, да? Отлично. Значит, все у вас в порядке. И тяжелые сны вас не мучат. Всего хорошего. Ой, до свидания, Александр Иванович.
Интересный вы человек. Все у вас в порядке. Удивительно. С таким счастьем и на свободе. Интересный вы человек. Все у вас в порядке. Удивительно! С таким счастьем и на свободе. Сам! Держи его! Держи! Штрафной! Какой штрафной, а? Да ладно, пускай бьет! Шура, влево, влево! Вот так. Эх, хорошо жить на свете! Вы в этом уверены? Ашу! Шура, вы оборванец. Вы посмотрите, на кого вы похожи. Человек в вашем костюме никогда не добьется счастья. Почему? Потому! И вообще, вся команда отвратительно одета. Шляпа на Маниковском меня решительно смущает. Не знаю, как, впрочем, и ваш берет. Проще надо одеваться, Паниковский. Проще. Вы почтенный старик. Следствие по делу Корейка может занять много времени. Сколько? Знает только Бог. Но поскольку Бога нет, не знает никто. Поэтому приказываю, первое, всем переодеться. Второе, самое главное установлено. Деньги у Корейка есть. И судя по тому, как он, не моргнув глазом, казался 10 тысяч, деньги огромные. Итак, взять крепость неожиданной атакой не удалось. Поэтому нам нужна легальность. И поскольку я в душе махровый бюрократ, и меня давно влечет в себе административная деятельность, мы откроем здесь контору и будем заниматься чем-нибудь смешным. Паниковский, ешьте птицу. Например, заготовкой рогов и копыт. Мне нравится ваше предложение. Только я хотел спросить, а чем заниматься-то будем? А что там внутри? Там внутри есть все. Пальмы, девушки, лакей-японец, малопоношенный смокинг, платиновые зубы, целые носки. И самое главное, там есть слава и власть. Итак, вы знакомы с Корейко? Нас интересует информация об Александре Ивановиче Корейко. Чем он занимается? Не знаю. Он убийца. Нет, 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 нет. Вор. Нет, 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 ну что вы, нет. Финансовые аферы, валютные махинации. Ну, в общем... Я ничего не утаил, честное слово. Да я верю. Скажите мне, ведь я не погибну. Золотой мой, серебряный, ведь не погибну. Я могу быть спокоен, а? Вообще-то полное спокойствие может дать человеку только страховой полис. Хотя лично мне вы больше не нужны. А вот государство, вероятно, вами скоро заинтересуется. Акционерных обществ. И все лопнули. Угу. А где деньги? Я не брал. А кто брал? Папа Римский брал!
Шура, я вам должен сказать, он осел. Гнусная, жалкая личность. На-на-на-на-на. Ну, вы посмотрите, как он... Ну, вы подумайте, как он распоряжается нашими деньгами. Ну, зачем нам нужна вот эта контора? Ну, зачем нам все это нужно? Да для легальности. Для легальности? Плевал я на эту легальность. Если это так все дорого стоит. Зачем он ездил в Москву? За информацией. Не верю. Паниковский не обязан верить. Он разговаривает по междугороднему телефону. Разбрасывает по всему свету телеграммы молнии. Вы знаете, сколько сейчас молнии стоит? Сколько? 40 копеек слова. Шура, я скажу вам как родному. Я открыл секрет Корейки. У него есть большие черные гири. Шура, Шура, я вас уважаю, ну вот такой мудак. Они из чистого золота. В каждой гире по 1.5 пуда. 9 пудов чистого золота. Я это сразу понял, меня как ударило. Я смотрел на эти гири и бешено хохотал. Шура, ну какой подлец этот Корейка. Отлил из чистого золота. Гири покрасил в черный цвет и думает, что никто не узнает. А если они не золотые? А какие же они? Чугунные? Да, Бендер в последнее время что-то не то делает. Курит, пишет и звонит. По междугороднему? Но мы с ним поделимся. Нет, все нам! Давай. Ой. Ничего. А? Ты можешь побыстрее? А? Нет! Ой. Ой. Ты, бля, тяжело! Ну, постарайся же! Мы замечательно будем жить. А? Ставлю себе золотые зубы. Я обязательно женюсь. Ей-богу, женюсь. Некому ценить по достоинству. Титанический труд. Ну ничего. Будем надеяться, что Александр Иванович оценит старания по достоинству и выдаст на бедность 1 000 000. В чем дело? Уже 3 часа пилим. Оно еще не золотое. Пилите, Шура. Пилите. Шура, пилите! Я умираю от скуки. Мы беседуем с вами всего 2 часа, а вы надоели мне так, будто я вас знаю всю жизнь. Таким строптивым характером хорошо быть миллионером в Америке. А у нас миллионер должен быть более покладистым. Вы сумасшедший. Не оскорбляйте меня. Я сын турецко-подданного. А следовательно, потомок янычаров. Я не пощажу вас, если вы будете меня обижать. Янычары не знают жалости ни к детям, ни к женщинам, ни к подпольным советским миллионерам. Гражданин, я хочу спать. Мне рано на службу. Вот это правильно. Вам нельзя опаздывать, могут уволить. Не ваше дело.
И вообще, чего вы от меня хотите добиться? А вот же чего хотел добиться друг моего детства Коля Остенбакен от польской красавицы Инги Зайонс. Он добивался любви. И я добиваюсь любви. Я хочу, чтобы вы, гражданин Корейка, меня полюбили. И в знак своего расположения выдали мне 1 000 000 рублей. Я вам 1000 раз повторял. Никаких миллионов у меня нет и не было. Убирайтесь, иначе я буду жаловаться. Жаловаться вы никогда не будете, а уйти я могу. Но не успею я выйти на улицу, как вы с плачем побежите за мной, умоляя вернуться. Почему? О, только давайте условимся. Никаких эксцессов. Вы не должны меня душить. Не должны выбрасываться из окна. И самое главное, не умирайте от удара. Потому что если вы вдруг решите скоропостижно скончаться, то поставите меня в глупое положение. Я пришел к вам как юридическое лицо, к юридическому лицу. Вот папка. Весом 3-4 килограмма. И она продается. И стоит 1 000 000. Тот самый 1 000 000, который вы из-за своей жадности не хотите мне подарить. Ну так купите. Ой, ну что за несчастье такое? Ой, вы произошли не от обезьяны, как все граждане. От коровы. Вы соображаете туго. По моим подсчетам, у вас 7-8 миллионов. Папка стоит 1 000 000. Если вы ее не купите, я отнесу ее в другое место. Там мне за нее ничего не дадут, ни копейки. Но вы погибнете. Дело Корейка Александра Ивановича. Бред какой-то. Ну, вначале мало интересно. Счастливое детство. А вот дальше юность, начало жизни. Торговля казенными лекарствами во время голода и тифа, исчезновение поездов с продовольствием. А это, между прочим, копия заочного приговора одной маленькой доверчивой республики. Красивое было место, согласитесь, Александр Иванович. Оазисы, пижоны в золотых тюбетейках. Тихо, тихо! Не гоните мне на психику! Гадина! Негодяй! Ну что? Продолжим наши игры? 1 000 000 – несуразная цифра. Да. Ну тогда до свидания. И побудьте полчаса дома. За вами придут. Так дела не делаются. Я не финансист. Я свободный художник и холодный философ. Ну зачем вы украли мои гири? Какие гири? Это не золото. А где золото? Хуй его знает. Я тебя спрашиваю! Шура! Где золото? Где оно? Где золото? Где? Шура! Не надо! Филите! Не надо, Шура! Филите! Шура! Филите! Шура, не надо! Где? Шура! Шура, не надо! Где золото? Нам далеко идти? Может, вызови машину? Не надо. А вы лучше, чем я думал. И правильно, с деньгами надо расставаться легко, без стонов. Для хорошего человека и 1 000 000 не жалко. Так, что за шутки? Отравленный газом. Кто вы отравлен? Попали в отравленную бомбу. Кто отравлен? Вон, видите, пустите! Газовая бомба. Пустите!
По характеру действия делятся на удушающие, слезоточивые, нарывные, раздражающие. Не сердитесь, товарищ, вы ранены осколком в руку. И так далее. Ну, будьте сознательны. Вы же знаете, что идут маневры. Я абсолютно здоров. У меня благородное сердце. Отличные легкие. Печень без признаков камней. Ну вот и хорошо. Хром, ацетон и так далее. Я повторяю, что к числу слезоточивых отравляющих веществ. Вы отличная девушка. Вы что, упали с парашюта? Да я. А зачем вы так вопрос ставите? Это вон все. Бендер, ну вы же знаете, как я вас уважаю. Все балаганские штучки. И вы ему верите? Гусь. Неужели вы думаете, что я без вашего разрешения взял бы эти гири? Так это вы взяли гири. Зачем? Паниковский сказал, что они золотые. Он мне так показал. Исчез, по-видимому, навсегда. О, нам-то что делать в таком случае? Не знаю. Продадим ваши железные зубы. Это, конечно, не гири, но... Только не надо, что не надо? Тихо, тихо. Вы лучше на эту барышню посмотрите. С ней Корейка всегда гулял. Это и есть Зося Синицкая? Ну. Держите. 4 рубля. Все, что осталось от 10 тысяч. Шура, у вас есть деньги? Ну, рубль у меня последний. Ну, давайте, давайте. Зачем? Ну, надо, Шура, надо. Просто у меня большое сердце, как у теленка. Потом Шура. Все равно это не деньги. Зося! Здравствуйте, Зося. Когда мы с вами вчера расстались, ко мне на улице подошла старуха и предложила купить вечную иглу для примуса. И знаете, я не купил. Почему? Ну, потому что мне не нужна вечная игла. Да почему же? Я не хочу жить вечно. Я хочу умереть. Я не хочу есть, спать. Я хочу все время сочинять стихи. Вот, послушайте, какое стихотворение я написал вчера ночью при колеблющемся свете электрической лампы. Я помню чудное мгновение. Передо мной явилась ты, как мимолетное видение, как гений чистой красоты. Правда хорошо? Мне тоже казалось, что талантливым. Воу! И только на рассвете, когда были написаны последние строки, я вспомнил, что это уже написала из Пушкина. Такой удар со стороны классика.
Бендер безумствует. Да, этот человек нас действительно погубит. Шура, вы не правы. Она такая... Фемина. Если бы Шура и Кири были бы золотые, честные, благородные, я бы женился на ней. Остап, а почему вы меня полюбили? Потому что вы нежная. И удивительно. Вы лучше всех на свете. За время газовой атаки и потом с вокзала отбыло 8 поездов дальнего следования. Угу. Ну что ж, другого результата я не ожидал. Но в конце концов, ничего страшного. Были бы только деньги. Я фунт. О, что, а такое? Что такое? Тихо, тихо. И этого, по-вашему, достаточно, чтобы врываться в учреждение, закрытое на обед? Вот вы смеетесь. А мне, между прочим, 90 лет. Вы видите, это брюки. Это пасхальные брюки. Раньше я их носил только на Пасху. Теперь я их ношу каждый день. Вы знаете, мы сами без денег. Так что ничем помочь не могу. Значит, вам не нужен председатель? Какой председатель? Официальный. Глава учреждения. Да я сам глава. Потому что ума, блядь. Вы нас простите. Нас обидите. Ну что вы. Значит, вы собираетесь свой срок в тюрьме отсиживать сами? Так бы сразу и сказали, что вы мне морочите голову. Я фунт, мне 90 лет. Я всю жизнь сидел за других. Профессия такая, значит, сидеть. Вы подставное лицо. Я зиц, председатель фунт. Я всегда сидел. При Александре II освободителе, при Александре III миротворце. И при Николае II кровавом я сидел. И при Керенском я тоже сидел. При военном коммунизме я не сидел. Там исчезла чистая коммерция. Но зато как я сидел при НЭПе. Ай-яй-яй-яй-яй! Как я сидел при НЭПе! Наверное, за 4 года я был на свободе. Два месяца. Помните, я рассказывала вам о Корейке? Да. Так вот, представьте себе, сегодня я получила от него письмо. Чего? Вы что, ревнуете? Немного. И что же вам пишет этот пошляк? Он совсем не пошляк. Он очень несчастный и бедный человек. Угу. Остал. Я его совсем забыла. Он такой странный. Он просит меня приехать. Куда приехать? А этого я вам не скажу. Вы ревнивец. Вы еще убьете его. Ну что вы, Зося, ну просто любопытно узнать, где люди устраиваются. Он теперь в Средней Азии. Так, а в каком месте? Честное слово, вы очень любопытны. Нельзя быть таким, Отелло. Ну, ей-богу, Зося, вы прям меня смешите. Ну, разве я похож на старого глупого мавра? Просто мне очень хотелось узнать, в какой части Средней Азии Александр Иванович Корейка живет. Ну, хорошо, я скажу, если вы так настаиваете. Он живет в замечательном месте. А называется оно Барсай-Гельмес.
А Барсагельмес в переводе на русский означает «пойти и не вернуться». Знаете, Зося, мне надо идти. Как? Вы разве не пойдете меня провожать? Видели, Зося. Хорошо. До свидания. И не приходите ко мне больше! Никогда! Зося! Зося! Да вы меня неправильно поняли! Зося! Никогда! Ну ладно, все. Карнавал окончен. Зачем мы опять? Ну не нойте, студент, не нойте. Черноморский. Адам, вперед! Когда мы приедем, у вас будет новая машина. Вы какую хотите? Линкольн? Роллс-Ройс? Изотов раскинь. А если будет совсем плохо, мы приедем в какой-нибудь счастливый городок и устроим там сивильский вой быков. А вот Паниковского нарядим пикадуром. Я хочу есть. Я хочу гуся! Как я люблю эту птицу. Это дивная, жирная птица. Честный, благородный бендер. Шейка, крылышко, бедрышко. Он вытягивает свою длинную гибкую белую гусиную шею с желтым клювом. Он хочет меня укусить! Вы же понимаете, что моральное преимущество на моей стороне. Да, да. Я же на него нападаю. Он на меня. Я же отдаю и разрываю. Где Паниковский? Где этот гусекрат? А ну стой! А что такое? Старик стал невозможным. Придется его выгнать. Идите, Шура, приведите этого негодяя. Давай, 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 давай. Бедный старик. Бросьте, Адам. Перед нами простая задача. Тело должно быть предано земле.
Здесь лежит Михаил Самуилевич Паниковский. Человек без паспорта. Я был часто несправедлив к покойному. Что же вы молчите, как женихи? Знаете, Бендер, а никуда не поеду. Вы не обижайтесь. Но я не верю. Я не знаю, куда нужно ехать. И вообще мы все там пропадем. Все! Так. Я остаюсь. Я то же самое хотел сказать. Ну, как хотите. Последний раз спрашиваю. Нет! Не поеду. Ну и что вы собираетесь делать? Пойду вернусь в дети лейтенанта Шмидта. О! Антилопу попытаюсь собрать. Пойду к ней. Ну так как с рогами? А товар хороший? Ты посмотри, какие рожки. Рожки первый сорт, согласно кондиции. К сожалению, уполномоченный по копытам находится сейчас в командировке. А я без него не имею права принять ваш товар. Ну, а когда вернется ваш уполномоченный? Завтра. Может быть, послезавтра. Александр Иванович! Здравствуйте, Александр Иванович! Что, травкой балуемся? Салям алейкум, говорю! Бару-барарим, барарарарир, ярю-рей-дарим, барай-баба-би, ампара-рарахи-да-да. Ну, здравствуйте, здравствуйте! Может, почеломкаемся? Или прям пройдем?
закрома. Сперва обедать. Можно и пообедать. Только на этот раз без фокусов. А, впрочем, шансов у вас никаких. За холмами залегли мои хлопцы. Да. Нет, все-таки права была наша общая знакомая Зося. Вы удивительно жадный человек. Тысяч в каждой. Бумажками по 25 червонцев. Можете не проверять, у меня как в банке. А где же сотая пачка? 10 тысяч я вычел, а как же, в счет ограбления. Но это же свинство. Почему? Деньги же потрачены на вас. Не будьте формалистом. Я миллионер. Сбылись мечты идиота. Вот теперь я могу купить 50 тысяч серебряных ложечек и отлить из них конную статую Михаилу Самуэлевичу Паниковскому. Александр Иванович! Да! А давайте съездим в Москву. Я обещаю вам райский ужин на белой скатерти. И вообще, Александр Иванович, бросьте это вы свое отшельничество. Ну, поехали! Поехали! Хорошо. Только, пожалуйста, без этого, без гусарства. Нет, Александр Иванович, дорогой, какое гусарство? Просто двое врачей-общественников едут в Москву, чтобы посетить художественный театр и собственными глазами взглянуть на мумию Мавзолея. Все. Понимаете, что вы пойдете под суд? Да, понимаю. Вполне. Сесть придется, гражданин. Фунт. А фунт всегда сидел. Но лучше всего я сидел при нем. Это были лучшие дни моей жизни. Я выдал замуж свою внучку Галконду Евсеевну и дал за нее концертное фортепиано, серебряную птичку она пела и 80 рублей золотыми деньгами. Александр Иванович! Александр Иванович! А вы слыхали что-нибудь о городе Рио-де-Жанейро? Запомните, молодой человек.
Нет никакого Рио-де-Жанейро. Это все иллюзии, как миф о загробной жизни. Разумеется. А Шапитовка – это город, о котором разбиваются волны Атлантического океана. Вам не кажется, что там что-то летит? Что летит, Александр Иванович? Бумажку. Транспорт совсем отбился от рук. А это не вдохновляет. Остается одно. Принять ислам и передвигаться на верблюдах. Кстати, я вчера интересовался. Один верблюд стоит 180 рублей. Александр Иванович, а давайте купим 50 верблюдов. Или 100. Хватит и двух. Эй! Шейх, корейка, ну разве не прекрасна жизнь? Но если в течение двух дней нам не дадут приличной пищи, я взбунтую дикие племена. Я объявлю священную войну джихад какой-нибудь Дании. Зачем датчане замучили своего принца Гамлета? Не знаю. Немного терпения, Ибн Корейка. Впереди оазис. Городок, ни в чем не уступающий Багдаду. Александр Иванович, может, хватит? Мы здесь уже целую неделю. Поехали дальше, а? Мне здесь хорошо. Я никуда больше не хочу. Меня здесь любят. Давайте, граф. Вас зовут из подземелья. И не обнимайте меня. Я теперь гордый. Скажите, Шура, а только честно, сколько вам нужно денег сейчас для полного счастья? 100 рублей. Не, вы меня не поняли. Не на сегодняшний день, а вообще для счастья.
6533 рубля. Здесь 50 тысяч. Шо? Теперь в Рио-де-Жанейро. Посмотрим, Шура, посмотрим. Да бросьте, Бендер. С такими деньгами и у нас в стране можно хорошо пожить. Ладно, Шура. Не трещите крыльями без повода. Катастрофически не хватает. Если вам тоже плохо, приезжайте. Все будет хорошо, Шура. Мы купим 50 тысяч серебряных ложечек. И отольем из них конную статую Паниковскому. Пусть земля ему будет пухом. Сейчас, смотри, смотри. Контора умерла, Остап, и это замечательно. А фунт, фунт всегда сидел. Но только вы же помните наш договор. 100% надбавки за вредность. Да, конечно. Да. И потом. Дело в том, что мне нужно выдать замуж внучку Галконду Евсеевну. А за нее просят. Концертное фортепиано, серебряную птичку и 80 рублей золотыми деньгами. И здесь жизнь тоже дорожает. Остап, давай.
А у нее вы были? У Зози. Не пойду. По причине гордой застенчивости. Зося, я приехал, и отмахнуться от этого факта невозможно. Ну, Зося, не сердитесь. Я люблю вас. Вас не было полгода, Остап. Зося, мне 33 года. Возраст Иисуса Христа. А я до сих пор ничего не сделал. Учения не создал. Учеников разбазарил. Мертвого Паниковского не воскресил. Только вы. Вас не было полгода, Остап. Ну и что? К сожалению, я был занят. Чем же вы занимались? Да так, по финансовой линии. Я слышала, вы стали миллионером. Да, стал. И сколько же у вас миллионов? Один. Почему ж так мало? Это не мало, Зося. Этого достаточно. Вот смотрите. В каждой пачке по 10 тысяч. Вам мало? Миллион. Без какой-то мелочи. Все в порядке. Водяные знаки, подписи. Зося. К сожалению, деньги вы любите больше, чем меня. Граница там. Ну все, все, все. Все должно быть по форме. Форма номер 5. Прощание с Родиной. Адье, великая страна. Не грустите, Адам. А Балагану вы передайте, что когда он выйдет из тюрьмы, я куплю плантацию и выпишу его в качестве обезьяны. Будет бананы срывать. Трояску романия маре! Да здравствует Великая Румыния! Я старый профессор, бежавший из Москвы. Ей-богу, еле вырвался. В вашем лице я приветствую все свободное человечество. Брунзулетка! Но только без рук, я буду жаловаться! Не надо оваться, Зося. Графа Монте-Кристо из меня не вышло. Я люблю вас, Зося.
где же ваш замечательный чемодан? Я его выбросил. Куда? Зачем? Зось. Эй! Я тебе покажу, как хватать Зося. Чужие чемоданы! На секунду оставить нельзя! Я кому сказала? Поставь на место!